Блин, я своего пытаюсь бить. Ну, что такое? Я его случайно вызвала. Да. Ну, пусть бегает со мной. Хотя не надо, а то еще где-нибудь погонится. Так. Я думал, здесь уровни побыстрее будут подниматься. Наверное, будет быстрее, если ты квесты будешь делать. И покемонов ловить надо. Покемонов ловишь, он быстро поднимает. Топ. Мне камень нужен, а не металл. Я камень, металл добавлю. Металл пока мне не нужен, пока не Может, как-то нет. сократить можно? А, блин, я ЦП пропустил. Сейчас до Камни. телепорта добегу, потом до своего трупа. Да, вот наш камень. О, у тебя там вон эти цветучие появились. Пока для них стрелы нужно, чтобы ловить. Здесь и огненные появились. Они, получается, резаются от одней. Ну, в смысле, день проходит. Надо побыстрее свой лут забрать, а то там сейчас нарезаются. Интересно, я не утону, если поплыву. Боюсь, что я утону. У меня восстанавливается, если я... Нет, не восстанавливается. Ладно, рискнем. Она, по-моему, тебе хватит, мне кажется. Ну, я надеюсь. А то моих сумочек на карте будет много. Так, сперва в поселение зайду. Там есть сохранялка. ТП. Посмотрю, у тебя телепорт открылся. Телепорт? Да, на карте. Сейчас, минуту. Секунду. Ой. А, нет. Где ты? Нет. Да. Мне само надо открывать. Сколько знаю. У тебя не открыли ягодные контакты, посмотри. У меня, возможно, уровень недостаточно. Не, просто не вижу. Хотя бы какой уровень? Чего? А, шестой. А, что? Ну да, у меня должно быть открыто. Так, где здесь был? А, все, я нашла. Что нужно? А, я смогу построить ее. Сейчас сделаем. Че, он умер, что ли? А, нет, вот он. Давай, я тебя буду ловить. Нифига. Так. Прикинь, поймал. Кого поймал? Барканьера. Надо ягод собрать немного для этих. Чтобы они в кормушке лежало. В первую очередь, потом уже идти эти ловить, если надо. Так, полив. Сразу вот эта ягодная плантация, она этот.
проще будет. У тебя какой уровень уже? Шестой. А, да? У меня такой же. Так, поблизости здесь нету этого ТП. Так, дай его АК. Блин, восьмой уровень. Седьмой уровень. О, это стало появляться у нас на пастбище. И яйца. И сейчас собирайся. Да, блин. Не убил. Ты где уже там бегаешь? Опять. А, нифига, он ищет. Ладно, иди сюда. Блин, на меня нападение. Представляешь? Да, я пришел. Так, а у меня оружие хоть есть? Нормально, я бы еще один отсюда. А есть эти? Их же тоже можно ловить. Подожди, не убивай. Я кого-то буду убивать, кого-то это. Ну ты не уходи. Пусть идут к вам. Стороны просто встану, чтобы... Блин, оружие не то. Угу. Хоть одену чуть-чуть. Там голый до сих пор, блин. Так. Для лука нужно огненные эти. И... дерево, да? Так, дерево они будут сейчас добывать. Так, есть быстрый перенос? А, вот. У мяса, кстати, сырого, это типа, срок годности. Заметил? Не смотрел. Там таймер стоит на мясо. Его наготовить поэтому надо. Так, грибы можно сырые есть? Попробуй. А, даже в сыром виде. Там, наверное, птаха будет еще. Ящики нужны. Где еще ящики? Один вот там, где первый стоит, другой я возле себя поставила, возле висоты. Больше у меня дерева нет. Ящиков не хватает. Катастрофически не хватает. Морозный орган. А это чё?
телесная жидкость пала. Ладно, пошел огненный бить. Как раз ловить. Это можешь не собирать, они соберут потом сами. Это по-хорошему отдельный ящик для еды, там для материалов делать. То так путаешься. Ну реально неудобно. Сразу наезд достали. Для еды я отдельный ящик хотел сделать. Ну ты сделай два ящика, куда я буду скидывать все, а ты потом будешь сортировать. Ты умный такой. В смысле? Ты просто подойдешь к ящику, смотришь, что там лежит, и все. Ну это надо будет каждый ящик открывать. Я так открыл два ящика, скинул. Ты деловой, я тут все строю, там идет покемонов ловит. Я хочу мусорить. Кстати, вот эту статую, зеленые штучки собираешь, и мастерство поимки улучшается. Я все время эту кью жму случайно. Че, спать? Да, сейчас скину. Нам, короче, побольше лесорубов надо. И камня это. У нас кто-то голоден. Хотя еда есть. А как ты перемещался с базы, например, на телепорт? Я чуть не вижу. В смысле, вон на орлы нажми. Нажимаю, ничего не происходит. Нет, ты, наверное, нажимаешь на базу. Нет. Вот. На вторую нажми. Нет. А что там снизу? Текущим П нажмешь, просто он указывать будет, наверное. Нет, ты самой базе подойди. К этому, к телепорту. А где тут телепорт? Вот он. А, это телепорт, что еще? С нажми. А, все понятно, оно кажется так. Нифига здесь что-то за разборки. Кого, баранов надо? Подожди. У меня тут проблема. Убили меня опять. Я не того, я ничего не покемона убила. Ты же не хотела никого убивать. Я нечаянно. Ой, откуда он тут взялся? Пингвин. Интересно. Я его постараюсь. Ну да, сейчас еще потемнеет, вообще будет.
Это... зеркало есть. Так. Ты далеко, да? Да, я труп свой еще. Так, короче, я нарвался на тех, кто вызывает покемонов. У них, кстати, довольно хорошие покемоны. То есть они сами 10 уровня и вызывают 10 покемонов. Но они должны же быть одного уровня, по идее, покемоны. Иначе ты не можешь полноценно управлять. Не, можешь. Просто что, штраф? Ну да. Ну да, сейчас бы. А у тебя, кстати, тоже седло не открыто? Сейчас. У меня здесь. Вообще месиво какое-то. А, вы меня убили его? Гава. Че вызвать не могу? Ладно, я бегу отсюда. А, блин. Меня убили. Приходи, поспим зато. Вы чуваки, которые призывают этих покемонов. У тебя умер там покемон. Mm? У тебя покемон умер. Не, я походу умру сейчас. Можем попробовать вместе их ходить. Ну, не страшно. Можно будет. Ну, короче, оленей, да, побить? Ну, мне нужно эти сферы сделать. Я...
эту сферу. А, ну, я тогда линии пока попью. В принципе, одного смогла тогда убить. Ну, не вози второго ТП. Плохо то, что эти линии парами ходят. Угу. А вон одного вижу. Может, он крафтится как-то? Телесная жидкость пала. Как добыть? А как у тебя два сразу? А, вот для того, который второй фиолетовый. Нет, мне не упала жидкость. Ошейник делаешь, и он с тобой вот так летает. Надо сделать для себя. Он по ночам вводится возле второго телепорта. Угу. А ну камни побьют. Может, она вообще падает с этого. Значит, может быть, пингвинов еще. Сейчас я пингвинов попробую проверить. Возможно, с пингвинов я убила. А может быть, я вообще в сундуке нашла. Такое тоже может быть. И вообще я сейчас загуглю, наверное. Чтобы не гадать. Мне бесит, что... медленно. Да-да-да, с пингвинов падает. Я прямо догнать пингвинов. А ты волка еще не убил? Нет, я еще не... Они где водятся, волки-то? Ну, туда, куда я бегал. Я не... Думаешь, помню, куда ты бегал? По дороге туда, вон, горы. Так, блин. А справа твой пингвин? Справа мой. А ты его отзови. Попробуй. Разница, по-моему. Эй, ну нафиг того. Я другого найду. Короче, пингвинов надо. Пицу мне лагает. Я теперь тебя не слышу. Нет. У тебя что, наушники сели? Я меня выкинул.